Дорогие гости и жители поселка Пестяки, мы очень рады видеть большое количество людей на этой площадке. Людей, которые не остаются равнодушными к жизни района. Праздничное мероприятие, посвященное автопробегу в честь памяти братьев Дубининых, который проводится в рамках празднования праздника «Царский гриб», разрешите начать! А ты где? Вот я взял. Руководитель центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» по Пестяковскому муниципальному району Светлана Александровна Монакина. Дорогие друзья, я рада вас также приветствовать. Отрадно заметить, что наш автопробег с каждым годом набирает обороты. Хотелось бы отметить, что все вы принимаете активное участие в спортивных и массовых мероприятиях в нашем районе. Свое мастерство покажут курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии. Колонну наши друзья-байкеры. Формирование колонны происходит с первого ряда. За ними едет уже второй ряд. Формируются машины. Итак, прошу освободить полосу движения. Все желающие могут доехать на автобусе. У нас бесплатно. Вот Горжевский стоит, вон там садик. Пожалуйста, грузитесь и езжайте. Назад оттуда в Нижнем Ландиху 15 часов остался. Мне очень хочется остаться, мне очень хочется остаться, ты открытый, не бойся, что на меня ждать. Когда ты станешь большой звездой, когда доберешься мне, когда поймешь, почему все, что я не помечтаю, воплотить в тебе. Thank you.
В машину, быстро!
А это вот машина точно местного автора. Даже знаю, догадываюсь, чья. Не Лешки или Скворцова. Есть тут Кулибины. В Ланьхе есть Кулибин на Кулибине. Аж я-то про это знаю. Сколько раз они нам помогали. Пойдем посмотрим. Спасибо вам за работу. Да? Да, не за что. Хочу твоей невестой. Ты невесты мне построй. Я ведь парень непростой. За меня пойдет любая. Я уже это точно знаю. Мне больше нравится сестри. Желтоглазый. Сейчас я вокруг храма проеду. Нет, сейчас проеду вокруг храма. Я думал, что вот ту улицу нужно перекрыть. Там на перекрестке разворачиваться и здесь около ГАИ разворачиваться. Вот по той улице. Да. Здесь люди ходят. Там нам развернуться негде. До моста, ну, это узко нам. Не, ну там поменьше по той улице. Сейчас я. Люди ходят, сбивать их будешь, ты как-то снимать. Мое прошлое не любовь. Вот и Гаину тут ведем.
нежная, словно первый поцелуй. Так часто ты не послеживай, мое прошлое не ревнуй. Это юность святая и грешная, словно первый поцелуй. Да, ребят, конечно, их нужно просить, чтобы они перекрыли вот здесь. И там тоже есть пятачок развернуться. И по той улице, и все. Ну да, да, да. И так он когда-то попробовал. Зачем? Там пятак, и тут пятак. Вот он просто вверх, вниз, и все. Здесь разворот, и там разворот. Да, да, да. То есть тогда старт оттуда. Старт оттуда, да. Сажаем там. Здоровья тебе. Посмотрите, сколько у нас автолюбителей. И леди, и джентльмены. Мы вас всех просим на импровизированную сцену. Поднимайтесь, поднимайтесь сюда, прямо вот сюда. Ну, мы понимаем, что праздник. Сделаем общее фото. Большой праздник. Понимаем, что все устали, но мы вас всех просим подняться сюда. Каш, Сергей, пожалуйста, без вас не начнем церемонию награждения, если вообще не подниметесь. Не вынуждайте меня подойти к вам и привести вас за руку. Итак, мы хотим приветствовать еще раз всех участников автопробега. Которые сегодня специально приехали, чтобы почтить память братьям Дубининым. В рамках праздника «Царский гриб». И сегодня мы хотим провести церемонию награждения этих автолюбителей. Мы вас всех поздравляем и спасибо, что вы принимаете активное участие в спортивных и массовых мероприятиях, посвященных Пятиковскому муниципальному району. А сегодня тем более, когда у нас такой праздник. А мы рады, что вы у нас есть и присутствуете на этом празднике и принимаете участие. И всем благодарность выражает глава Пятиковского муниципального района Самыжин Александр Александрович! Еще раз хочу всех поблагодарить, всех, кто принял участие, кто откликнулся на наши призывы, стойко достоял сегодня до конца, всех гостей, всех наших индивидуальных предпринимателей, которые сегодня нас тут накормили, может, кого-то и напоили, судя по ручейкам запутанным. Спасибо сотрудникам милиции, которые сегодня здесь тоже охраняют наш покой. Мало ли в жизни, все бывает. Нашим байкерам спасибо, которые... некоторые у нас, часть байкеров, у них случилось небольшое тут несчастье, поэтому они прибыли на чуть-чуть с запозданием, но, как обещали, всех накормим. Может, даже они пока тут собираемся, покатают. Всем. То есть я выражаю огромную благодарность. Сибирский! Я морская пехота! Здоровья!